Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился со студентами и выпускниками университета, которые сумели заявить о себе в блогосфере и добились успеха на различных интернет-площадках. В Голубом зале, традиционном месте для деловых переговоров, собрались авторы популярных блогов в стиле лайфстайл, тревел, фэшн, бьюти. Самого горячего контента, собирающего десятки тысяч просмотров, лайков и подписчиков. Побеседовать без формата ректор пригласил их, чтобы познакомиться с секретами поколения соцсетей и научить университет говорить на их языке. Вообще очень приятная новость из того, что ректор заинтересовался блогерами и решил нас собрать, чтобы сегодня в первую очередь познакомиться, узнать и выпускников, и тех, кто сейчас уже учится на данный момент в КФУ, познакомиться, рассказать о себе, рассказать о своей аудитории и, наверное, предложить какие-то варианты по привлечению новых абитуриентов и вообще как заинтересовать молодежь, подрастающее поколение, кто сейчас заканчивает школу, как в Татарстане, так и в других регионах, как можно привлечь их в Казань и наш университет. Ректор выразил надежду, что беседа будет полезна и блогерам. Так сегодняшние и вчерашние студенты смогут вживую познакомиться с миссией КФУ, концепцией его развития и основными приоритетами в позиционировании. Именно поэтому университету важны социальные сети. Площадки, объединяющие людей из самых разных уголков страны и мира, где легче встретить отклик и рассказать друзьям о чем-то интересном в один клик. Вы почитайте вот все, что пишут в блогосфере, либо в разных электронных средствах массовой информации. Даже если статьи сами более-менее нейтральные, либо позитивные, то в комментариях, которые также редактор мониторит или там определяет, что пропустить, что не пропустить, он тоже делает это целенаправленно. И все это в той или иной степени, конечно же, влияет на сознание людей, которые здесь живут. Стоит принять к сведению, что КФУ уже легко встретить во многих соцсетях. А специально для абитуриентов университет даже создал собственную сеть «Буду студентом». Подогреть интерес потенциальных студентов помогают онлайн-трансляции, видеоэкскурсии, виртуальные дни открытых дверей и, конечно же, конкурсы в популярных форматах. Так, рассказав на своей страничке в Инстаграме, почему хочется поступить именно в КФУ, и поставив хэштег «Почему КФУ», можно выиграть ценные призы. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.